Добрый вечер, с вами Елена. Сегодня мой видеоролик будет посвящен покупкам в магазине ДЭМ, который открылся в нашем городе, чему я безумно рада. Товары, которые я купила сегодня, есть товары, которые мне знакомы, а есть такие товары, которые я купила первый раз. Итак, начнем. Первое. Это вот такая вот вода для полоскания зубов. Вы знаете, фирма Донта Дент. Она без алкоголя, без дополнительных запахов, без дополнительных цветовых каких-то добавок. То, что мне нравится, защищает зубы от кариеса и подходит, когда полоскать зубы, когда у вас болят зубы. Вот такой вот бутылек 500 миллилитров. Следующая покупка, тоже беру не первый раз, тоже мне знакома. Это Дофт спрей за туалет и ванную комнату. Очень мне нравится, свежий такой цитрусовый аромат. Такая легкая, легкий такой спрей. И запах держится очень долго. Следующее, с чем я знакомая тоже взяла себе, это дезодорант от фирмы Балея, черно-белая. Такой дезодорант работает, написано 48 часов. Спрей дезодорант 200 миллилитров. Очень хороший дезодорант и дешевле, чем знаменитая фирма Невея, черно-белая. Вот. Мне очень нравится, имеет такой специфический запах, такой легкий, знаете, такая чистота. Также легко открывается крышка, легко нажимается. Вот видите, какой большой такой напор струи. Следующее, что я взяла. Я вам говорила, что я беру там постоянно маски от фирмы Балея. Видите, такая табла, она как бы разделена на две масочки. То есть одного пакетика хватает на один раз. Это новое, это видите, limited edition, то есть ограниченное количество с добавлением черного жемчуга. Новая маска, подходит для всех типов кожи. Буду пробовать, потом вам скажу. Написано, что кожа будет эластичной, гидрирована, то есть достаточно воды. Посмотрим, посмотрим. Следующее, что тоже взяла, это новинка. Первый раз я взяла, я не видела такое в тех магазинах, может быть, просто не обращала внимания. Это такая вот соль для принятия ванночек, но ванночек для ног. То есть написано... Ой, не хочет фокусироваться. Написано, что здесь содержится ментол, экстракт красного... То есть, да, аромат помаранжа. Помаранж это грейпфрут. То есть красный апельсин или красный грейпфрут. Посмотрим, вот такая... кристаллизированные 40 граммов в этом пакетике. То есть нужно долить в тазик теплую воду 10-20 минут. То есть здесь написано, что в одном вот этом пакетике достаточно использовать ее, то есть будет хватать на 2 раза. Следующее, что я взяла, тоже для меня это новинка, не брала никогда. Обычно я беру ваниш. Это вот такой вот, как скажем, и мыло, и порошок такой вот жидкий. То есть для удаления пятен. Открывается крышка. Крышка откручивается. На поверхности, видите, такая щеточка. Переворачиваете. Легким нажимом нажимаете. Оттуда вытекает жидкое это мыло. Наносится на пятна. И вы можете спокойно стирать. Здесь... во флаконе 250 миллилитров. 250 миллилитров. Посмотрю. Оно дешевле, чем ваниш. Посмотрю, как оно будет по своим действиям. Следующее, что я взяла, это я взяла вот такой вот лак. Просто мне он понравился своими вот этими блесточками красными. Хотя, когда наносите, знаете, на ноготь, не такой уж он и красный. Не могу найти, чья это фирма. Написано лак за ногти. Номер 519. Вот так этот лак выглядит на ногтях. Видите? Не слишком блестящий такой блестит. Такой нейтральный, симпатичный. На лето, я думаю, будет само то. Следующее, что я взяла. Тоже для меня новинка. Взяла вот такие вот салфетки. Это туалетная влажная бумага с календулой. Посмотрим. Иногда, вы знаете, бывает ситуация, что не просто нужно сухой бумажкой сделать свои дела, но
Иной раз нужны и мокрые салфетки. Вот посмотрим. Здесь 70, по-моему, штук написано в этих упаковке. Да, 70 штук. Вот такие вот. Такая туалетная бумажка. Следующее, я вам сказала, что магазин ДМ продает, как и продукты фирмы ДМ и Балея, и также продает другие другие продукты других производителей. Вот я беру такую маску, вернее кондиционер для волос. Мне она очень нравится. Это итальянская, здесь 500 миллилитров. Этот кондиционер с баденным ульем, маслом баден, миндальное молоко. Очень мне нравится. Вот мои волосы после применения этого бальзама хорошо расчесываются, мягкие, шелковистые и очень-то даже имеет такую твердую основу, то есть реже выпадают. Следующая моя покупка — это тени фирмы Alverde Natural Cosmetic. Честно скажу, первый раз вижу такую фирму. И вот в магазине, когда ходила, все смотрела, так мне к этому прилавку и тянуло. Подходила, возвращалась несколько раз, смотрела. Я купила себе тени, потому что мои заканчиваются. Нужно было, в общем-то, поменять. Здесь вы видите 4 штучки в палеточке и аппликатор. Здесь написано, что тени номер 37 с турмалином. Без каких-то синтетических консервантов. То есть нету химии вообще. Дерматологически оно испытано. И можно использовать людям, кто носит контактные линзы. Вот. Нужны они, срок употребления до 17 года. Это, то есть, немецкая фирма такая. Интересно. Первый раз, честно скажу. Если вы пользовались такой фирмой, напишите. Вообще, мне очень даже интересно. Но сейчас сделаю немножко сводчики, посмотрю. Ну, так вот они, видите, выглядят на руке. От белого к темному. Знаете, такие приятные, нежные, мягкие. Видите, пыталась растушевать. Очень хорошо растушевываются. На первый взгляд, знаете, пока приятный. Еще вам хочу сказать, очень нежный, приятный запах у теней, знаете, такой травы. Не помню, такое что-то знакомое, не могу вспомнить. И, как говорится, 100 лет живи, 100 лет учись, да. Вот я взяла вот такой вот спрей. Для меня это новинка. Может быть, бьюти-блогеры пользуются, давно это знают. Я взяла вот такой спрей. Так он нажимается, видите, распыляется легко. 50 миллилитров, экологически чистый, также фирма Alverde. Ой, приятно пахнет травами. Тоже произведено в Германии, посмотрите. Это спрей за фиксирование шминки, то есть для зафиксирования, как сказать, чтобы ваша, то, что вот вы накрасились, да, ваша косметика не потекла с лица, не расползлась, особенно вот летом, например. С экстрактом кофеина, киви и ананаса за свежий, значит, цвет, так скажем, да. Без каких-то добавок таких химических, то есть полностью сделано природно на травах. И вы знаете, вот, когда, например, лето, идут свадьбы, вы накрасили, знаете, летом очень жарко, косметика течет, а вы на расстоянии 20-30 сантиметров нанесли на лицо, и ваша косметика вообще не расплывается, не опадают тени, не остается, значит, каких-то пятен от туши. Вот такое вот средство я взяла себе, попробую тоже, знаете, в общем-то, актуально для активных людей. Попробую, буду пользоваться. И вы видели в моем видео, что я крутила барабан удачи. Выпала мне фирма Эден. И я выиграла вот такой, мне выпало такое ароматическое масло. То есть массаж для, вернее, масло для массажа. Здесь, значит, мята и эвкалипт. Я пробовала, не слишком жирно, хорошо впитывается, не остается черных пятен. А проходит усталость ног. Я проснулась вообще абсолютно. И приятный запах, который, в общем-то, постепенно выветривается. Вот такие вот покупки были у меня. Если вы будете за границей, будете в Германии, будете в другом каком-то, в другой какой-то стране, увидите магазин ДМ и решите что-то взять,
заходите, берите, пробуйте. Фирма действительно качественная, все качественно, и можете найти продукты, которые подходят вам. И вот еще вот это характерно, что написано, что вот этот спрей, он подходит для веганов и вегетарианцев. Как они это используют, я не знаю. Спасибо, что смотрите канал, спрашивайте, задавайте вопросы, с удовольствием отвечу. Подписывайтесь на мой канал. С вами была Елена. Пока-пока.